Сегодня 23 июля 2016 года. Мы находимся на фестивале «Кинолес», то есть в лесу. Здесь палаточный город, фестиваль «Йога-арт». И мы присоединились с фестивалем «Кинолес» в этот фестиваль «Йога-арт». Здесь очень много различных практик, творческих людей. Вот таких, например. Уйди из кадра. И вчера у нас прошел первый день фестиваля «Кинолес». Он прошел круто, несмотря на то, что были различные технические сложности, и мы до конца не были уверены, что он начнется как минимум вовремя. Потому как дорога определенного свойства, где некоторые люди шли пешком, и дождь, который начинался, когда мы уже монтировали оборудование, и там технические проблемы. Но, тем не менее, мы начали вовремя, народ пришел, и по подсчетам наших статистов, людей, которые занимаются статистикой, порядка 100 человек было насчитано на первом показе. Вот. Я считаю, что это хороший результат, но может быть лучше. Сегодня мы рассчитываем увидеть 150 человек, потому как по отзывам всем понравилось, все готовы прийти сегодня, но как придут или нет, покажет практика. Сегодня у нас также будут конкурсные показы и внеконкурсные показы. Например, вот Роман представит свой фильм, который, к сожалению, не удалось представить вчера. То есть половину фильма мы посмотрели, и вторую половину мы увидим сегодня. Вот, а завтра у нас будет закрытие фестиваля, и на закрытии будут показаны фильмы, которые снимут участники «Кинолеса» и «Йога-арта» непосредственно здесь, в лесу. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо за внимание. Помнится мне, лет 5 назад я размышлял на тему того, как здорово бы было бы смотреть фильмы в лесу. Соединить моих два любимых дела. Это кино и туризм. И вот 2016 год, июль, мы находимся под Приозерском и показываем кино людям. И отклик отличный, люди смотрят. Суть нашего мероприятия в чем? Мы растягиваем большой баннер, проектируем на него отличные фильмы. Большое спасибо нашему программному директору Николаю Котишу, подобрал отличную программу. Мы смотрим кино,
проводим мастер-классы, рассказываем, как снимать кино, как смотреть кино, как его читать, как его любить. Надеюсь, что эта практика продлится на многие годы. Вот такая вот.